А до этого как а было? Так, а до этого было как парное молоко. И давно мерзнете? Ну, с момента начала отопительного сезона. Куда обращались? Ну, куда? К своим слесарям, не я, только одна, все обращались. Они приходят и что-нибудь делают или вообще? Как, что говорят? Ну, они приходят, что один раз делали слив, другой раз делали слив, вот сегодня как раз он сделал. И заметили, что наш порог крыльца мокрый. Понятно. А вот никуда в администрацию не обращались, в ЖКО, вот, в смысле? С первого этажа у дедушки там дочь обращалась, куда-то писала заявление, ЖКО и городское управление ЖКО. И все равно никаких результатов, да? Ну вот пришли сегодня. Только сегодня. Наверное, я думаю, что это в результате этого заявления. Люди обращались. А вы не заходили в этот 64-й на первый?